Проблема социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, для сотрудников уголовно-исполнительной системы и общественной палаты – одна из главных. Для ее устранения в регионе успешно функционирует Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода». Подобный центр существует и в соседнем Татарстане. Именно туда отправились ульяновские общественники – перенять опыт и наметить план совместной работы. Гостям провели экскурсию по мечети и реабилитационному центру фонда «ЕРДЭМ», где проводится масштабная работа по ресоциализации осужденных. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и даже приняли решение создать Всероссийскую ассоциацию помощи осужденным. На начальном этапе она объединит 11 регионов, в том числе Ульяновск, Татарстан и Самару. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».